октябре. Это уникальная возможность для абитуриента окунуться уже, в принципе, вот на этапе, будучи абитуриентом, прикоснуться к этой студенческой жизни, посмотреть, чем богат, чем живет университет. Конечно же, это также возможность встретиться с деканами факультетов. Мы рассказываем о тех уникальных возможностях, о льготах, бонусах, которые на сегодняшний момент существуют для абитуриентов. Например, сегодня мы акцентируем внимание на университетской олимпиаде, которая уже третий год проводится в нашем университете, о тех возможностях, которыми будут обладать наши победители. Важными участниками наших мероприятий становятся заказчики кадров, потому что это и важные в отношении целевого набора, о котором сегодня также мы говорили. Ну и, конечно же, в целом всегда интересно побеседовать и узнать больше о тех рабочих местах, на которые впоследствии будут распределены наши выпускники. Данное учреждение образования. Я сама учусь на дошкольное образование в городе Орше, поэтому планирую сюда в дальнейшем поступать на дошкольный факультет, потому что люблю детей, поэтому хотелось бы продолжить обучение здесь. Сижу в Инстаграме, мне нравится данное обучение, также много рассказано в колледже. Я здесь не впервые, мне очень нравится университет имени Петра Мироновича Машерова. Мне интересно именно юридический факультет, потому что я вижу возможность роста на этом факультете, в этом университете. Здесь очень хороший преподавательский состав, поэтому я давно рассматривал эту специальность и выбираю ее как одну из приоритетных именно в этом университете. Я была здесь раньше, и я много слышала о факультетах разных и вообще об этом университете. Очень хорошо, рекламируют его в социальных сетях и не только, в школе много рассказывают. Тут такие, интересные специальности, которые затрагивают разные сферы жизни, и можно найти себя здесь. Я приехал вообще из Минска. Мне привлекает сама программа обучения, то есть понравилось. Преподаватели мне, друзья, порекомендовали то, что хорошее. То, что я тут рассматриваю, это получается пойти на что связано с программированием. Мне интересно здесь побывать, так как, несмотря на то, что я из Витебска, да, и здесь первый раз, мне здесь очень нравится, здесь очень красиво. Очень интересно будет узнать о разных факультетах, но я присмотрела для себя факультет педагогики и психологии. Конечно, не знаю, получится ли мне сюда поступить, но буду пытаться, буду стараться. То, что ты учишься в университете имени Петра Мироновича Машерова, это, конечно, даже звучит красиво. На протяжении уже многих лет Управление Следственного комитета по Витебской области активно и плотно взаимодействует с юридическим факультетом Витебского государственного университета. Поскольку этот факультет является, наверное, одним из основных поставщиков кадров для нашей службы, для работы в следственных органах. На этом этапе очень важно с ними общаться, поскольку мы можем поучаствовать в этих мероприятиях, рассказать людям о перспективах работы в следственных органах, о том, как они могут стать следователем, что им нужно для этого, и в дальнейшем, конечно, определиться с выбором профессии в своей жизни.